нападающий футбольного клуба «Алания» Ислам Машуков. Ислам, мы сегодня не смогли победить, но при этом забили последний гол на последней минуте игры. На твой взгляд, мы потеряли 2 очка или все же приобрели? Естественно, потеряли. Ехали сюда за победой, поэтому, конечно, потеряли 2 очка. Слишком много пропускаем, поэтому чуть меньше пропустили бы, наверное, выиграли. Первый тайм так, чуть расхлябаны, наверное, чуть расслабились и получили 3. Во втором чуть в себя пришли и пошли вперед и играли в свой футбол. Перед тем, как ты забил свой 2-й мяч, врачи оказывали тебе помощь в кромке поля. И казалось, что ты уже не сможешь продолжить игру. Что это было, можешь рассказать? Ну, это, наверное, после игры у меня часто это бывает. Чуть в глазах потемнело, наверное, от нагрузки или от чего. Надо просто либо нальчик, как еще что-нибудь такое покушать, и в себя приходишь. Поэтому чуть в глазах начало темнеть, я ушел, чуть в себя пришел и продолжил игру. Я спрашивал, сколько осталось. Мне сказали, 1,5 или 2 минуты. Я решил доиграть. Сделав сегодня дубль, ты, скажем так, вырвался на 1-е место в гонке бомбардиров этого сезона в клубе. Следишь ли ты вообще за этой статистикой и хотелось бы тебе стать лучшим бомбардиром лиги? Конечно, нападающий должен забивать. От этого и исходит уверенность потом в последующих играх. Приятно забивать, но я думаю, что если бы мы выиграли, и я не забил ничего, меня бы это вполне устроило. Поэтому. Спасибо большое.